Ой, а там настоящее сумасшествие. Все хотят Гернику. Вот Герник, Герника Пабло Пикассо. Но туда подойти нужно будет. Нужно будет поближе. Вот самый заполненный зал. Она выставлена практически в единичном варианте. После того, как фашисты разбомбили испанский город Герника, вот он создал такую вот картину. Подойти поближе, и можно еще раз насладиться этим шедевром. Вот это интересно. Это вот фотоотчет хронологический, подготовленный Дарой Маар, как вот рисовалась Герника. Так здорово, то есть она периодически приходила в мастерскую Пабло Пикассо, и вот она вот так вот следила за исполнением картины. Обалдеть. Пока она, в общем-то, не была завершена. Пока она не приняла вот свой окончательный вид. А это Пабло Пикассовский скетч. Тоже, возможно, он тренировался рисовать Гернику. Оригинал. А вот серия картин постскриптумов «Плачущая женщина с платком». Это постскриптум к Гернике. Вот у него несколько вариаций «Плачущей женщины с платком». Вот эти картины прикольные, действительно. Особенно это в цвете, вообще удивительная картина. А вот это в таком, даже я бы сказал, в стиле Дали. Очень крутая такая серия картин. Плачущая женщина с платком. Sometimes I feel like a mother.